Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSM-репитеры.ру. Для работы репитеров сотовой связи необходимо подключение внешней уличной антенны. Также она часто требуется при использовании модемов и 4G-роутеров. Ее основное назначение – обеспечить прием и передачу сигнала там, где встроенные антенны устройств не справляются со своей задачей. Это наиболее важно за городом, в деревне или на даче, где сигнал оператора сам по себе слабый. В городе уличная антенна приходит на помощь, когда радиоволны не проникают внутрь здания из-за толстых стен и перекрытий. Итак, у вас есть сотовое устройство, к которому вы хотите подключить уличную антенну. И здесь перед вами открывается огромный выбор. Различные модели имеют разную конфигурацию, разное усиление и рассчитаны на самые разные частотные диапазоны. Сегодня мы поговорим об одной из самых продаваемых и универсальных антенн, которую мы часто рекомендуем нашим клиентам. Это SOTA 6. Эта модель имеет важное преимущество. Она поддерживает любые частоты сотовой связи. На нашем канале мы не раз рассказывали, что операторы в России могут использовать более 5 разных частотных диапазонов. В городах чаще применяются высокие частоты от 1800 до 2600 МГц. За городом, где требуется охватить большие площади, обычно используются низкие частоты от 800 до 900 МГц. Антенна SOTA 6 выгодно отличается от многих других моделей тем, что является широкополосной и поддерживает все многообразие частот. То есть вам не нужно задумываться о том, на какой частоте вещает ваш оператор. Вы просто устанавливаете антенну SOTA 6. SOTA 6 относится к антеннам панельного типа. Металлические излучатели защищены пластиковым корпусом немного выпуклой формы. Здесь использован ABS-пластик, устойчивый к перепадам температуры, солнечному ультрафиолету и другим атмосферным воздействиям. Толщина антенны 90 мм. По сравнению с другими панельными антеннами, которые обычно выглядят как квадрат или прямоугольник, SOTA 6 имеет шестиугольную форму. Это необычное и интересное дизайнерское решение. На белом пластиковом кожухе имеется тиснение логотипа производителя петербургской компании Baltic Signal. Антенна прекрасно смотрится на зданиях и совершенно не портит их внешний вид. На обратной стороне расположен разъем для подключения кабеля и стикер, на котором обозначено рекомендуемое положение антенны. Сотовый сигнал имеет вертикальную поляризацию, поэтому ориентация антенны в пространстве очень важна. Правило простое. Надпись на стикере должна читаться. При монтаже важно соблюдать указанное положение антенны, иначе качество приема и передачи сигнала может сильно пострадать. Разъем – стандартная N-розетка, которая используется во многих устройствах сотовой связи. Этот коннектор имеет сопротивление 50 Ом, а значит антенна не вызовет рассогласования при использовании типовых кабельных сборок и переходников. SOTA 6 имеет коэффициент усиления 10-15 дБ, до 10 дБ в низких частотах и до 15 дБ в высоких. Коэффициент усиления – это самая важная характеристика антенны. Именно она указывает, насколько мощный сигнал примет антенна и насколько лучше она справится со своей задачей, чем обычно антенны штырь. Коэффициент усиления SOTA 6 достаточен, чтобы использовать ее далеко за городом, на расстоянии 15 и даже 30 километров от базовой станции. Правда, следует учитывать, что на максимальном расстоянии антенна сможет поймать только GSM-сигнал, поскольку сигнал 3G и 4G имеет гораздо меньшую дальность распространения. Угол обзора антенны составляет от 35 до 70 градусов в горизонтальной плоскости и от 35 до 50 градусов вертикальный. Это очень удобная диаграмма направленности для настройки антенны. Угол достаточно широкий, поэтому вам не нужно специальное измерительное оборудование, чтобы направить излучатель на базовую станцию оператора. В то же время антенна сохраняет свои направленные свойства и имеет достаточно высокое усиление.
Помимо самой антенны, в комплекте имеется крепление на круглую трубу диаметром от 20 до 52 мм. Это стандартное крепление для столба, выносной мачты или фасадного кронштейна. С помощью этого крепления вы сможете подобрать оптимальное положение антенны для лучшего приема сигнала от сотовой вышки. Дополняет набор инструкция на русском языке, в которой содержатся общие рекомендации по установке и настройке. Важно помнить, что антенна обязательно должна подключаться к какому-то устройству, модему, роутеру или репитеру. И если у вас уже есть такое устройство, SOTA 6 станет прекрасным выбором для усиления сигнала. Ссылку на антенну вы найдете в описании. Ну а если вы только начинаете подбирать оборудование для усиления сотовой связи и интернета, то просто позвоните нам. Мы поможем определиться с наилучшими решениями. У меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте всегда на связи и до новых встреч, друзья!